Мирный окутан дымом от горящих лесов. По информации районных властей, задымленность приносит ветер от очагов в Нюрбинском и Сунтарском районах. Всего по состоянию на 24 июля в республике тушат 19 лесных пожаров. Еще сутки назад их было 17. Стихия действует в Горном, Кабяйском, Мегино-Кангалакском и Нюрбинском районах. Наиболее сложная обстановка в районе Верхоянска. Между тем, врачи Миринской центральной районной больницы не фиксируют рост количества обращений, связанных с задымленностью. Ну, задымленность у нас идет по всему району. Пострадавших от задымленности пока нет. По скорой помощи, вызовов скорой помощи находится на том же уровне, что на прошлой неделе. Госпитализированных тоже немного. Но чтобы себя обезопасить, максимально не выходить на улицу, не гулять, закрыть все форточки, ну и если при необходимости одевать маску.